В Беларуси сегодня день Конституции. Основной закон страны был принят 26 лет назад. Традиционно к этому дню во всех регионах школьники, которым исполнилось 14 лет, получают свои первые паспорта. Авторитетные лица вручают документы победителям олимпиад, призерам спортивных соревнований и всем тем, кто, несмотря на юный возраст, уже сделал свой вклад в развитие страны. В Гомельской области во время гражданско-патриотической акции «Мы, граждане Беларуси» свои первые паспорта получили более 500 юношей и девушек. Одна из торжественных церемоний состоялась накануне в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. Представители облисполкома в присутствии активистов общественных объединений и ветеранов Великой Отечественной войны вручили документы и памятные подарки 14-летним жителям региона, которые отличились в учебе, творчестве и спорте. Меня переполняют эмоции и чувство гордости. То, что паспорт я получила здесь, в торжественной обстановке, а не в паспортном столе, этот день мне запомнится на всю жизнь. Очень сильно волновалась, но безумно приятно получить паспорт именно здесь. В этом году традиционная акция БРСМ «Мы, граждане Беларуси» проходила под слоганом «Разом». Главная цель – показать молодежи, что только вместе и сообща можно достичь достойных результатов. Вклад каждого из них в развитие малой родины важен. Их инициативы всегда готовы поддержать на разных уровнях.